25 гарнизонов, чужие квартиры, чужая кровать, всю жизнь чемоданы средь грязных перронов. Словами все это не пересказать. А муж генерал, то он где-то в Афгане, то в дикой Чечне вновь рискует собой. Подбит вертолет, генерал тяжко ранен, пробит позвоночник, но вроде живой. Кремлю с прокурором все похрену, Борис всю Россию просрал. Мы зону отправили Рохлину за то, что был муж генерал. Четыре тюрьмы и колония, больной менингитом их сын. Пред вами склоняюсь в поклоне я, вы в жертвах московских скотин. И снова вагоны, теперь вот к туркменам, там маленький сын подхватил менингит. А всюду пести, всюду мерзость и скверно, как вспомнишь все это, так сердце болит. Не выдержал муж, честно высказал Борьке, что не президент, он, а пьяный прохвост, и должен уйти из Кремля. А в итоге был Рохлин убит, вывод ясен и прост. Кремлю с прокурором все похрену, Борис всю Россию просрал. На зону отправили Рохлину за то, что был муж генерал. Четыре тюрьмы и колония, больной менингитом их сын. Пред вами склонялись в поклоне я, вы жертва московских скотин. Убит генерал был, и судьи Тамару признали виновной без всяких улик. Отправили женщину в зону на нары 5 лет коротать среди убийц и барыг. Ей не на что жить, денег нет на лекарства, и сын слабоумен уже навсегда. Тамара, за что вам такие мытарства? Тамара, за что вам такая беда? За что ты отчизною проклята? Ну в чем ты была не права? Жена непокорного Рохлина, несчастная мать и вдова. Четыре тюрьмы и колония, больной менингитом их сын. Пред вами склоняюсь в поклоне я, вы жертва московских скотин.